Мастер-класс для молодежи от легенды саратовской журналистики. В офисе одного из благотворительных фондов состоялся творческий вечер Галины Загуменной. Она рассказала о своем профессиональном пути на телевидении. Больше 30 лет женщина посвятила службе в саратовской телекомпании. Сегодня вспоминает все яркие моменты, которые подарила ей работа. Галина Васильевна видела многих известных людей. Например, помнит встречи с легендарным диктором Юрием Левитаном и автором словарей Розенталем. С 1992 года посвятила себя общественной деятельности. На мастер-классе поделилась опытом с молодежью. Уверена, что главное – это правильно говорить и жить своей работой. В этом году Галина Васильевна отмечает свое 80-летие. Поздравить юбиляршу приехал глава администрации Саратова Александр Буренин. За многолетний труд он вручил ей почетную грамоту. О таких людях, как она, нельзя забывать, говорят чиновники. Это богатство и культурное наследие Саратова. Их опыт будут передавать другим поколениям на выставках, мастер-классах и культурных вечерах. А Галина Васильевна и сегодня готова продолжать трудиться на общее благо. Сейчас скоро будет 70-летие Победы. Да. Я вот рассказывала о Левитане. Это мой учитель. Ага. И мне бы хотелось, посодействуйте, пожалуйста, 70-летие нашего парада вести вместе с другими журналистами Саратова. Я еще полна сил и думаю, что обязательно проведу парад. Я проводила парады очень много лет в Саратове.